5 декабря отмечается как Международный день добровольцев. В Иванове людей, готовых помогать бескорыстно, уже тоже немало. По разным данным, от 1 до 3 тысяч человек заняты волонтерством. Самых упорных и трудолюбивых пригласили на встречу с главой города Вячеславом Сверчковым. Среди присутствующих – те, кто работают с детьми-инвалидами, пенсионерами, молодые люди, которые выезжали этим летом в Крымск. О своей деятельности главе города рассказала и руководитель поискового отряда Лиза Алерт. Вместе со спасателями активисты ищут пропавших в лесу, сбежавших из дома подростков и просто людей, которые вышли из дома и не вернулись. На счету Лизы Алерт уже десятки спасенных жизней. Востребованы сегодня добровольцы и волонтеры, как сегодня принято называть, во многих сферах, конечно. И мы сегодня будем, безусловно, поддерживать. Конечно, больше морально, потому что мы считаем волонтерство или добровольчество поддерживать материально не совсем может быть корректно. Вот. Но есть у нас форма поощрения, которая сегодня позволяет отметить этих людей, их добрые дела, их добрую волю.